Привет! Давно не виделись. Поработаем немножко. Решил сделать подарок для Ирун Бэйби. На этом месте давно хотел приукрасить, но не все так просто. Возьмем кусочек нержавейки толщиной 2 мм и отковыряем от него два кусочка. Вот таких кружочка. Дальше форму полукруглую. Кладем нашу заготовку. Молоточек круглый, заводской. Постучали и получили вот такой полукруг. Берем нашу оригинальную крышку, форма у нее вот такая, и наш полукруг примеряем. Все подходит, форма, но внутри пусто. Берем кусочек трубы и рисуем тут рисунок. Наш бутерброд готов. Осталось все красиво заварить. Накрываем скатертью. Подогреваем. Краска аж кипит, зато быстро сохнет. Пока еще горячая, клеим наклейку. Получился вот такой хитрый бутерброд. Выступает оно столько, сколько мне надо. А вот эта полость получилась, если мы будем стучать молотком по кругу при монтаже, это все испортим. А так берем зубильцы, упираемся и по кругу тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. И мы ее посадим до упора. Есть еще один нюанс. Берем резинку и вот так прикрываем абсолютно все. И он получается просто идеален. Ну как-то так, погнали устанавливать. Надеваем резинку, так чтобы все было плотненько. И теперь самый главный момент. Ау. Все новенькое и блестящее.
Было вот так, а получилось вот так. Давно хотелось сделать, и вот результат. Еще китайцы подогнали вот такой колпачок. Чтобы увидеть, нужно приглядеться. Сзади все попроще. Кольцо и шайба. Вот и все получилось. Здесь ступится и диск Volkswagen, потому все было вровень. А спереди гибрид разных автомобилей, потому пришлось сделать вот такой хитрый механизм. Здесь спереди в ходовке вообще от смарта только колпачок подкачки колеса. Интересно, кто заметил разницу заднего колеса и переднего? Пишите в комментариях. Вроде мелочь, но приятно. На этом все. Добра, до новых встреч. Пока.